Всем привет, ребята, с вами я, Бас Геймс, и сегодня мы играем в Бравл Старс. У меня есть 326 геймов, и за эти геймы я могу купить себе боец Кросс. Сейчас есть акция. Но я не буду покупать, а куплю Бравл Пасс. Вот. И я получу Лолу. Но и есть шанс, что я могу получить Грома, когда буду открывать ящики. Поэтому я куплю Бравл Пасс. Но перед тем, как я куплю Бравл Пасс, досмотрите это видео до конца и подпишитесь и поставьте лайк. Ну и колокольчик нажмите, чтобы не пропустить новые видео. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Все, успели? Покупаю. Все. Еще здесь есть скины, могу получить. Но очки пока не буду. Давай пока монет. И вот Лола. Хроматический. Все, остался у меня только один боец. Заблокировать. Ладно, давай теперь будем открывать ящики. Четыре. Опять четыре. Ничего не выпадает. Не повезло. Опять ничего. Ладно, маленький шанс, чтобы выпал гром, но... О! Хотя бы что-то. Так, и один ящик. И ничего. О, хотя бы жетон есть. Все, больше ничего. Теперь микроящики. Осталось очень мало микроящиков. Шесть это плохое число. Лучше 7. Опять ничего. Давай еще раз попробуем последний мегаящик. Ничего. Ладно, хотя бы есть плюс один боец. Давайте ее прокачаем. Как и Кром. Но она не очень сильная. О,
Нет, она в ближнем бою только сильнее. Так, ладно. Победить сейчас могу. Так, ухта какая. Опять. Все хана нам будет. О, вот так лучше. Сейчас, давай, давай, давай. Так, уж. Не знаю, что это ухта. Ага, призрак, короче. Слабее меня. Или она повторяет. Просто. А, да. Не, значит, не слабее меня. Не, это не слабее меня. Гром. Сколько громов здесь? Так лучше. Короче, изи, это первое место будет. Да. Стой. Ни одного урона. Ноль почти. Ты что он сделал? О, Морти слабак. Все слабак. Морти. Вот с ним, его убей. Е, хотя бы. Слабый остался. Я же говорил, слабый. Какой-то лагерь. Ладно, на этом все. Всем удачи и всем до новых встреч. Пока-пока.